Вот первая в мире. Первая в мире зипа. Зипа. Ну, зипа это потому как именно нарицательное, это имеет в виду зажигалка. Да. Вот, значит, камень, найденный 10 тысяч лет назад. Нет, найденный. Вернее, 20 лет назад. Найденный 20 лет назад. Значит, найденный 20 лет назад при раскопках в карьере. В Луганской области предположительный возраст 10 тысяч лет. Радиоуглеродный анализ не проводился. Имеются явные характерные синкованные фрезерованные части вот сверху и снизу. То есть материал камня это кремень. Вот. Покажи, пожалуйста, как по нашим предположениям, как она использовалась. То есть она вот зажималась вот таким вот образом. Сюда вот вставлялась, сюда вставлялась вот эта палка, вот так вот она была. И, соответственно, здесь, ну, это была ось, это был опорный подшипник на оси палки. И, соответственно, такими движениями нитки крутилось, соответственно, и зажигали огонь. Чему соответствует вот эта вот выработка посередине камня. Все использовали как вот так, так и вот так. Удобно. Сюда можно ложить сверху еще труд. Так, так. И, возможно, понял, запаливать сверху. Или запаливать сверху. Да, вот мох сухой, если положить и тереть, то он здесь начнет его раздувать удобно, если в руке вот так получается. Так, так что вот предлагаем научно-исследовательским центрам, музеям палеонтологическим приобрести данную находку. Вот. И обращаться к нам.